Проповедник, известный своей тесной дружбой с мэром Нью-Йорка, был ограблен в воскресенье вооруженными бандитами, ворвавшимися на службу Бруклинскую церковь, когда он читал проповедь. Епископ Ламор Миллер Уайтхед, который ведет яркий образ жизни и которому часто можно увидеть разъезжающему по Нью-Йорку на своем Роллс-Ройсе, читал проповедь в церкви, когда, по словам полиции, туда вошли трое грабителей. Они показали оружие и потребовали имущество у Миллера Уайтхеда, сорвав цепочку с его шеи, а также украли украшения его жены Аси, сказали в полиции. В воскресенье в своем сообщении Instagram Миллер Уайтхед защищал свой стиль жизни, заявил, что он собирается прожить свою жизнь так, как Бог предназначил ему. «Речь идет не о том, чтобы я был ярким», — сказал Миллер Уайтхед. «Речь идет о том, что я покупаю то, что хочу купить. Это моя прерогатива – покупать то, что я хочу», – сообщает служба религиозных новостей 26 июля 2022 года. Мир вам, братья и сестры, христиане. Есть проповедь на канале «Любящий истину», «Деньги и безопасность», а также «Скромный образ жизни». И здесь мы увидим пример. Конечно, я не поддерживаю то, что произошел грабеж. Но видите, опять-таки показано. Человек вел богатый образ жизни. Проповедник. Яркий, роскошный образ жизни. Далеко не скромный. И это, в свою очередь, побудило к грабежу. То есть он во многом поменял свою безопасность на роскошный образ жизни. И при этом, поймите, и Господь может и попускать такие моменты, потому что Он может и этим показать, что живи скромнее, будь скромен, потому что так учит Слово Божие. Поэтому я хочу, чтобы этот пример тоже нас, еще кто живет скромно, еще больше укрепил, что мы правильно живем. А кто живет богато, чтобы он увидел вот этот пример и попытался именно изменить свой образ жизни. Лучше раздай и будешь иметь награду на небесах, а сам живи скромно, нежели ты будешь богатым, роскошным, и тебя будут грабить. А я думаю, возможность велика, что могут и убить. Из-за чего? Поймите, то богатство, которое будет на небесах, но это будет от Господа, это не в сравнении с тем, что имеют даже самые богатые и роскошные люди мира сего. Будем бодрствовать и будем светом мира сего, братья и сестры. Подписывайтесь на канал «Любящий истину», основной канал, и также на канал «Любящий истину 2», где тоже есть немалое количество полезных для вас проповедей. Аминь.